Привет. Вот, короче, пришли мы новые террариумы для жемчужек. Там я уже самца посадила. Вот он прогревается. У меня здесь, получается, включена лампа обогрева, зеркалка на 60 ватт и УФ-лампа. Также вот здесь я включила новую лампу, которая мне пришла с Алиэкспресса. Здесь тоже сидит жемчужка, она маленькая, так что она где-то пока заныкалась. Коряге я пока показывать не буду. Покажу нижний. Кстати, здесь у меня живет самец с самкой. Я их планирую разводить. У них как раз скоро сезон размножения. Так, сейчас их попробую показать. Они капец пугливые такие. Так, вот они сидят. Вот такие вот. Самец у меня более ручной, чем самка. Самка вообще трусиха. У них тут уже, короче, была любовь. Так что я надеюсь, что что-нибудь получится у меня весной. Да. Зеленый огурчик. Крокодильеро. Иногда даю жемчужкам фобоса, но крайне редко, чисто как лакомство. Так что можем оценить, как он его загрыз. Обычно кормлю мраморами, но фобоса он просто обожает. Но он очень жирный, поэтому вообще его стараюсь давать. Ну, пару раз в месяц. Такой троглодит. Мраморов-то не шибко ест. Только вкусненько все любят. Все, да, все подкрепился. Подкрепился, да. Трусливое создание такое. Эти террариумы я заказала в группе Ечи у Максима Власова. Так что лайк ему за работу. Если кому-то нужны будут, кто живет в Свердловской области, либо в Екатеринбурге, заказывайте. Они вообще просто крутые. Очень мне нравится. Все просто сделано очень качественно. Коряги, ну, эту, как ее, пробковую кору тоже взяла у него. Так что я довольна как слон.